have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, я тут немножечко занимался сейчас тем, что читал. Способности, в течение 10 секунд, больше урона, бонусы. Да, у меня пока что разные типы оружия, пока что я не знаю, какому типу оружия буду отдавать предпочтение. Я, наверное, что сделаю. Во-первых, вот эта штука мне понравилась, наверное, это ловушка, которая взрывается при приближении врага. Ну, то есть, выглядит очень даже симпатично. Я, наверное, это изучу. А, ну одноразовое, отлично. То есть, мне не придется его прокачивать. Также очарование. Враги вокруг вас на 8 секунд становятся вашими союзниками. Я думаю, это будет полезно в ситуациях, как у нас была в прошлой серии, когда из-за угла к тебе бегут там 3-4 человека одновременно, ты можешь просто бафнуть, чтобы они перестреляли всех там вокруг себя, и потом уже добить тех, кто остался из них. Поэтому я это тоже сейчас изучу. Перезарядка 1 секунда. А, неплохо. Так, быстрая реакция, это, конечно, все тоже хорошо. Больше я пока ничего качать не буду, но насчет привилегий. Мне тут понравилось несколько вещей. У нас есть один пиковый туз. Можно на замки. 25% это хороший буст. Что отмычка не сломается. Это очень прилично так. Вот. И что мне еще понравилось? Лидер отряда. На 15% здоровье и урон членов отряда. То есть их можно прокачивать. А гляньте, это у нас вот этот персонаж. Есть же еще и остальные персонажи там. Как бы я потом не пожалел. Для прокачки следующего уровня нужно 3. Видите, я здоровье прокачал на 10%. Следующее увеличит на 25 от базового или 25 от нынешнего. 25 от базового. Для этого нужно 3 туза. Я, пожалуй, подкину сюда в лидер одну. А потом уже будем смотреть. Так, есть. Сохранить игру сейчас нельзя. Спасибо. Не знаю почему. Так, третий наемник. Смотрим, что мы можем тут натворить. Ребят, вы меня знаете, лута не будет много, но в конце концов мы все сделаем. Так, ткань, дверь. Ну, просто посреди комнаты стоит бочка, в бочке шпора. Спасибо, ребят. Просто офигезно. А где... Блин, мы еще и в начале ночи пришли. О, вижу. Вижу первую жертву. Вон они все. Так, F5. Сохранение прошло, отлично. Здрасте. Книжечка? Нет, не книжечка. Неужели тут ничего нет? Да ну вы чё? Да, можно поспать, но мне это не надо. Не то чтобы у меня прям жизни полные, но мне это не надо. Неплохое, кстати, место для засады. Ой, зачем я двойку нажал? Я поместил капкан. Так, поднять. Кстати, да, 2 и 3. Это ж мои новые умения. Я их только что прокачал. Я уже моментально про них забыл. 58. Слушайте, неплохо у нас по патронам. А, погодите, она высыхает. Ясно, понятно. В смысле, на той стороне кто-то появился? Откуда ты взялся?
Он спит. Хорошо. По крайней мере, спящих можно убивать вот так. Отлично. То есть я его еще и облутал. Минуточку. А сейчас, если повторно его облутать, то там... А, еще и оружие. А почему я во сне у него не мог оружие забрать? Гаузер плюс один. Плюс один, он будет прям чем-то отличаться. 35. 35. Я не вижу разницы. Поэтому в разборочку. Ладно, ножом все-таки можно что-то делать. Посмотрим, как это работает. Если оттуда вдруг кто-то выйдет. Я не уверен, что оттуда кто-то выйдет. Но... А если мы поднимем шум? Точно же кто-то выбежит. А сколько я таких штук... Ага, я могу поставить таких, пока у меня очки действия не закончатся. Ну, грубо говоря, очки действия. Ну, пойдем тогда смотреть. Класс, я застрял. И зачем... А, вот зачем это место. Погодите, там что-то... Вот, ящик. В ящике пусто. Ладно. Так, хорош, блин, я застрял в каком-то стуле, серьезно. А, вот тут можно поспать. Может, да, ну не, блин, прикиньте, я сейчас посплю и... прозеваю время... Я думал, это кто-то побежал, это кто-то полетел. Прозеваю время, когда мне нужно... поймать ее. Оружейный магазин. Там чуть дальше по дороге отличное место для засады. Да, я в курсе. А это вы зачем такие вдвоем ходите? Блин, этого чувака сейчас бомбанет, да? Нет? Я мог на него лампочку скинуть сверху. Ну и так сойдет, отлично. Он с ножом вообще был. Никчемный. Так, а второй у нас сгорел на работе. Обыскать. О, это я все заберу. Мстительный дух. Ну вот, отличненько. Да ну знаете что, к черту. Где у меня... Вон бежит моя цель. Фига себе, оно превратилось. Виндетта, вы нажили себе врага. Виндетту против вас могут объявить по разным причинам. Выбили родных этого человека, расправились с бандой или позволили цели охоты за головами ускользнуть. То есть, но есть лишь один способ ее закончить. Теперь на каждом повороте дороги вас может ждать засада. Но почему...
Потому что она сбежала, вот это вот... Это очень не очень. Так, а где оно? Вот. Брюс Хилл. Это я заберу у тебя, дружище, потому что тебе просто это уже не надо. А это оборотень, который... Ага. Ага, я вас понял. Ладно. Мне понравилось. Чувак кинул динамит и сам себя взорвал. Ну, красота. Так. Скоро опять придется разбирать кучу всего. Ну, видимо, да, один чел сбежал, из-за этого их мстя будет ужасно. Колода карт. Кассовый аппарат. Погоди. Читать новости, ну-ка. Дрожайший рудник. Страхи перед горными. Это же все было уже. Почему вот это не обозначается, как было? Я бы хотел, чтобы такое было. Вряд ли я найду ключ. $2, серьезно? Эх, вы никчемные. О, бочка с динамитом, видите? Кто играет с динамитом, тот придет домой убитым. Народная мудрость. Итак. Шкафчики. Ну, тут, скорее всего, все это барахло пустое будет. Вряд ли бы... Ха-ха-ха-ха-ха! Золотой туз. А так пусто, да. Рандомно в бочке лежит золотой туз. А так вот вообще ничего. Все хорошо. Фига себе. Вот, я серьезно, я говорил в прошлой серии, нужно обыскивать вообще все носом, прорыть любую тычку, любую нычечку. Вот вам подтверждение. Прикинь, забил такой, не пошел никуда. Так, лошади, кстати. Но тут же можно еще кучу всего обыскать. Письмо. Неожиданно. Выплата готова. Собрал последнюю часть суммы за Эллингсворд. Жду возможности поскорее ее испытать. Если его уже можно забирать, завтра я занесу деньги. Большое спасибо. Эллингсворд. Тут тюрьма. Задуть свечи. Значок шерифа. 3 значка шерифа. А зачем мне столько? Так, требуется ключ от камеры. Ключ от камеры. Интересно, у кого-то из этих придурков был ключ от камеры? Может, как раз у того, который убежал? Это печально. Я не вижу, что там может быть в камере, но я предпочитаю открывать все, что можно открыть. Ой, там еще 2 чувака есть. Ящик, может, кто-то из них как раз и шериф. Вот, попили, отлично. Кстати, можно теперь и поспать-то, если... У нас же ограничений-то никаких нету. Интересно, они спят или нет? Они спят. Так, это заберем. А, черт с тобой, тоже заберем. Что-то я не смог чувака зарезать. Он так вроде спал. Доллары? Долларовые монеты, отлично. Пушки надо будет поразбирать, я уже лишнего нагреб. Ну и что это за
комната. Зачем? Может, какой-то хачик приготовить? Кровать. Тут может быть что-то. Ага, мел. Мел. О, еще водичка. Мы тут прям целые баррели воды уничтожаем. Бочка. Ну дайте еще что-нибудь ценное. Я понимаю, что как бы этот пиковый туз дали, это хорошая награда. Но хочется еще. Так. Предлагаю на лошадях отсюда свалить. Тут уже граница карты. Человеческий череп. Ну так, так-то да. Погодите, кладбище? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Может, я что-то откопаю? Да ладно тебе. Проклятая статуэтка. Духи милостивые. Кто все-таки пришел? Глазам своим не верю. Ты же настоящий живой человек. Извини, я тут уже так долго торчу. У меня уже ум за разум заходит. Даже не знаю, сколько времени прошло из моих глаз. Сейчас бы появились слезы. Не будь я в таком состоянии. Прошу, незнакомка, помоги мне. Наверное, тебе интересно, что со мной случилось. Видишь ли, много лет назад мне довелось столкнуться с Анейрой. Что-то ей во мне не понравилось. Вот она меня тут и заперла. Помоги мне снять проклятие. Я тебя озолочу. Больше информации. Хорошо, та Анейра и услышала пару ласковых перед тем, как она меня прокляла. Так, но никто не заслуживает вот так застрять на целую вечность. И что ты хочешь от меня? О, да, благословят тебя, духи, премного благодарства. Осталось всего найти другую Анейру, которая сможет снять проклятие, и я снова обрету свободу. Давай, подруга, покажи миру, что мы не лыком шиты. Взять странную статуэтку с собой. Странную статуэтку с собой. Кости. Я раскопаю. У меня две лопаты. Мне все равно одну потратить надо. Кости. Прикиньте, я сейчас где-то окаменелость отыщу или... глаз, между прочим, стеклянный. Наблюдает за вами, как ни положи. Можно продать в магазине. Давайте. Кого-то с протезом закопали. У-у-у, мягкая игрушка. Оловянный бараний рог. Это медальон, вырезанный в форме рога, символ барана Гаванна, который отправился к Еву. Это надо зарыть. Это я не буду трогать. Еще один стеклянный глаз. Давайте. Ну что ж, мой поход на кладбище оправдался, как минимум квестом новым. Мне интересно, что сейчас будет, если я заберу лошадь. Кстати, сейчас, еще секунду. Ага, этот. Все. Разобрали. На этой доске объявлений ничего нет. Но это просто, я так понимаю, что спаленный город. Видимо, да. Погладить. Веселое ржание. Так, куда я могу направиться? Я могу, конечно, сдать квест, но помните, я вам говорил, что я хотел бы сначала, наверное, вот сюда. Знак стоячей воды. В грязи нарисован чем-то красный знак банды стоячей воды. Лучше достать оружие. А можно я их просто обойду? Это она. Сколько проблем мы повидали за этой охотницы за головами. Ну вот, это приятный сюрприз. То-то босс обрадуется, когда мы вернем тебя в стадо. Там лошади опять же есть.
Эх, не нравится мне она. Давайте-ка покончим с этим. Защищаться. Насилие. У меня выхода нету. Критическая. А, это мой друг. Помощь друга. Фига себе. Фух. Фух. Чудом пронесло. Правда, дружище? Единственная вода. Ага. Ну что ж, я пойду во свояси. Не забывай меня. Спасибо. Да, это работает как в Fallout'е. Столетняя пуля. Спасибо. Как в Fallout'е помощь незнакомца. Если там прокачиваешь перк помощь незнакомца, то из ниоткуда иногда при... Не прилетает, а появляется чел и просто спасает тебя. А насчет... А, их возвращаешь, и они... неплохо. Я хотел другое сделать, ну ладно, и так сойдет. Так. Дробаши. Хорошо, что я все поразбирал. Так, а что у тебя... А, я у нее забыл какой-то хлам. Мне оно не надо. Вот ты, дружище. Золотые часы, это всегда тема. $6 на дороге не валяются. А, тебя нужно освободить? Может, у кого-то ключик будет? Ты кто? Ослепляющая граната? Медный слиток? А, вот и ключик. Это я съем, это я заберу. Ну, потому что мне смысл тратить отмычки, если явно у кого-то из этих придурков есть ключ. Дональд Скотт. Я думал, все кончено. Тебя послала сама Инун. Подруга, спасибо. А, я себе еще и репутацию подкинул. Вы спасли своего друга от банды стоящего... Своего друга? Это еще один верный друг у меня будет. Не, ну так-то я не против. И мне бы подлечиться? Не бинтом. А... Продолжаем. Я открываю новые места, да, но потом уже будем этим всем заниматься. Крепость стервятников, круто. Вот. А, персонаж промок становится более уязвим к молниям. Такие цели получают больше урона от электричества и страдают от него дольше. Вот что значит... Ага, вот как лошадь убегает. Вот что значит промокший персонаж, я понял. А, на него животные напали. Дробаш. Блин. А, это он скорострельным вот как раз этим стреляет, да? Нафиг. Дружище, вот я мясо с тебя соберу. Мне надо будет аптечки, я не знаю, или купить... Или... Ой, это я съем. Лопата. Смеемся. Мясо заберу. А мне тут надо ходить? Так. Нет, 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 не зарывай! Ну, там есть еще одна лопата, согласен. Я могу это там использовать. Ну, лопата сломана, отлично. Глаз. Радужная пыль. Кажется, что мерцает воздух. Так, вот это возьму, оно дорогое. Часы возьму. Найдите. Подкова. Блин, я сломаю какую-то лопату сейчас. Еще одну. Отмычки. Инвентарь переполнен, ага. Кстати, я давно не сохранялся. F5.
Не то. Вот это. Отмычки. Надо перелопатить тут все. Она себя может оправдать. Умирающий бандит, найдите могилу, где лежит... Вот, это здесь, я же говорил. Во, во, красотища-то какая. Квест выполнили. Это было правильным решением, перелопатить все. Ой, опять плюшевые игрушки. Зачем вы так с моими нервами? Кого-то с виски закопали. Нормально. Надо будет у трупа забрать потом лопату. Сигареты, пыль вот это вот. Не знаю, что это за... Что это за фигня? Ну, очень похоже на... дурманящий порошок, но мало ли что это. Вон еще лопата валяется. Благовоние. Детская игрушка. Да. Это же лопата? Лопата взять. И мягкую игрушку тоже взять. Доллары, часы. Будем пока что кактусы жрать. Я выхода не вижу, у меня птичек нет. Я хоть хавчика набрал немножко, да, но... Так, это... У кого там лопата оставалась? У тебя? Да, это я тоже заберу. Итак, обыскать. Классно, мы кучу побочек выполнили. Серебряный... Да-да-да, сейчас, ага, переполнен. Два раза. Прочность 1. Я могу что-то обыскать. Обыскать. Вот это раскопать. Обыскать. Вот это раскопать. Ладно, сразу же пороюсь тут. Потом центральные могилы обыщем. Жалко, что тут нету... А чем я отравлен? Надо мной вот этот значок. Ха! А так ничего, так нормально. О, значок шерифа. Там туза нашел, тут окаменелость нашел. Горючая смесь. Ой, голова вот эта вот чудная. Ты кто? Золотой самородок? Да, пф. Офигеть. Не, ну смотрите. Вот эти побочки, они очень выгодные по... по получению. Так, копать. Просто кость. А это тоже можно выкупать. Давай. Вот это... Так как? Нет, минуточку. Я что-то где-то опять поднагреб, да. Сломанные лопаты. Нафига ты их собираешь-то с собой? Я-то думал, что сломанная вещь, она автоматически выбрасывается. А она еще и 2 доллара стоит, оказывается. Так, все. Все, похоже. Лошади... Лошади у нас тут... Лошади нет. Хорошо, пойдем пешочком. Па-па-па-па-пам. Ну что, давайте... Я бы домой бы сначала сходил. У меня ограничений по времени сейчас нету. Поэтому сделаем вот так. Пока, ну, я не знаю, в общем, в игре у нас я тоже не видел никаких ограничений по времени. Поэтому я бы сейчас предпочел пойти, сдать задание, получить денежку, продать хлам. Может быть, купить коня богатырского. Не уверен пока что.
Спросите мэра у... Ну, это там, возле моста. Мы еще и дошли без приключений. Фух. Ну, хорошо, отлично. Мы пришли днем, ночью. Еще и днем пришли. Красота. Так, скворечня. Дайте-ка мне... Ты у нас ганшоп, да. Ганшоп я пока что не хочу. Мне нужен могила копать. Ну, это я тогда закопал на дороге, да? Банк нет, не хочу. Кстати. Я твоего мужа нигде не видела. Как продвигаются поиски? Показать реле стоячей воды. Посмотрим. Дожди, бури. Мэр Уикс? Чем во имя духа вон там с этими бандитами занимается? Слушай, если полезешь в это дело, действуй очень аккуратно. Больно он скользкий тип. Награду отдай, пожалуйста. Вот награда. Отлично, выполнена. Репутацию еще подкинули. Тут, я понимаю, можно взять новых... одного. Ли Ландинг. Стрелок стоячей воды, бан стоячей воды, да-да-да-да-да. Один день, 12 часов пути, живым или мертвым. Ну, я даже не знаю. Давайте пока нет. В принципе, мне понравилось, но если выполнять исключительно побочки, то ты этим игру не пройдешь. А я бы хотел когда-то ее пройти. Так, вот шмот. Нет, погодите, это чисто оружка, да? Та-та-та-та-та. Посмотреть товары, это чисто оружка. Я могу тут понапродавать кучу всего. А ты кто? Шкура бизона. А, давайте продадим. Я не против, я пока не умею из этого что-то делать. У меня 720 бабла, фига себе! Минуточку, а я же напарнику... Я же напарнику могу закидывать вещи в инвентарь. Так, так, так. Урон 50, радиус средняя, скорость таки медленная. В наличии 10 золотых. Но это можно со стелсом убивать. Посмотрим, может быть, я у нее возьму лук. Мне нравится. Но сначала нужно пойти продать мелочевку. Сейчас я вспомню, где это. Явно не в салуне. Undertaker. Блин, я забыл. О, а ты у нас наемник? Преступник, поговорить. Ну, наконец-то хоть какой-то приличный пожаловал. А то здесь кроме молокососов и мямли никого не встретить. Если ищешь защиту, а тебе обойдется в 100 баксов. Устраивает? Пока отказаться. Ясно. Очередная тупица. Хорошо. Тут можно нанять еще одну пушку. Привет, читер. У тебя нового ничего не появилось. Тут можно нанять еще одну пушку. Что-то... Погодите, я как-то кругами хожу. Мне направо сейчас, если я правильно помню. Доктор's Office. Нет, минуточку, тут Undertaker. А где... Ну вот, Ганс. General Store, вот он желтенький, надо запомнить. Бенджамин... Так. Утоли свои печали полезной покупкой, подруга. Давай посмотрим. Во-первых, продать на 90 баксов. Сов 7 неплохо. На 90 баксов мы продались. Мясо. Ну, тут картошку, мясо продают, яйца, все дела. Крылышки. По 3 бакса, серьезно? Я их там бесплатно настреляю. Вот, почти полностью подхилились. Ладно, пойду возьму этого чувака. Потому что я же все-таки брал себе лидера. А вдруг со мной кто-то бесплатно захочет пойти? Не-не-не, погоди.
Этот-то со мной бесплатно пошел, а вдруг я найду себе еще чувака, который захочет со мной пойти бесплатно. Теперь я думаю, я схожу за луком. Лошадь 300 баксов стоит, да? Да, хорошо. Посмотреть. Лук можно сразу хороший, кстати, взять. 42. Стрелы. А мне есть стрелы? Урон 50. Теперь, что... Вот у меня лук. У меня на него 10 стрел есть. Хорошо, мне пока что, наверное... Хватит? Или взять еще? Возьму еще десятку. Они стоят по баксу. Сколько у меня денег осталось? 531. На две лошади у меня точно не хватит, если путешествовать с напарником. 20... А, 25 за доллар? Стоп, у меня 9. Нет. А, 25 это у нее есть. Я понял. Одна за доллар, вы долбанулись. Это печально. Ладно, будем просто их, наверное, экономить и потом пытаться находить. Я не хочу сейчас закупаться. Пойдем возьмем лошадку. Какую я хочу? Мне вот это нравится. За 279. Итак, нажмите на свою лошадь, чтобы залезть в седельную сумку и с дополнительными предметами или сесть в седло и уехать в другую локацию. Даже если сейчас идет бой. То есть можно прямо вот так. Если вы путешествуете по миру верхом, то сможете избежать внезапных нападений. Не бойтесь пользоваться седельными сумками, если вы потом сядете на другую лошадь. Даже в другом путешествии вы автоматически получите доступ ко всему, что уже положили в сумку. Спасибо, это круто. Открыть сумку. Блин, я головы не продал. Да, они же не продаются автоматически. Сейчас я еще на секунду в General Store забегу. Где он у нас там был? Вон там, по-моему. А, не, вот он, вот он. Я не знаю, почему я так путаюсь в этом городе. И что с этими головами? Так, тут много, посмотреть товары. Стой, а тебе я не могу головы продать? А кому могу? Нет, подождите. А я ж продавал их уже. А кому это было? Я забыл. Ах, черт. Ладно. Так, Ганс. Что мы можем... Далее посмотреть товары. Тут вкусные штуки есть. Но у меня уже денег на них нет. С другой стороны, если что-то продам, они появятся, конечно, но... Эта винтовочка мне нравится. 37-10. Радиус дальний. Так и у меня же дальняя. А, очень дальняя. Ого-го. 35-37. Ну, кстати. У нее скорострельность лучше. Атака она не прям так уж сильно лучше. Ладно. Я думаю, мне этого хватит. А как мне найти свою лошадь, если я путешествую, вот я, допустим, сейчас выхожу. О, кактусы. Лошадь ко мне прибежала. Прочитанные новости? Н, погоди. Брюс Хилл, конечно, встретился с правосудием после многомесячной череды убийств и... Погромов Брюс Хилл, настоящий мастер воровства и грабежей с большой дороги, наконец принес кому-то награду и отправился под суд. Да, даруют духи покой бедным жертвам этого монстра. Дороти Виллаболас наконец-то ответил за свои прегрешения. Многомесячному ужасу всего Запада пришел конец. Слава духам. Нет, мне, а не духам. Те, чьи члены семьи пострадали от этого...
от этой гадины по имени Эми Адамс могут возвращаться, узнав, что награда за ее поимку наконец нашла своего хозяина. Да благословят духи наших отважных охотников за головами. Это новости как раз о том, что я всех их поймал и убил. Поехали сюда. Блин, а на лошади прям хорошо, прям быстренько. И мне не нужна лошадь для напарника. Немного подзаработать. Как будете в городе, проверьте доску с объявлениями. Да, там было объявление. Наверное, стоило его взять. Ну, хорошо. Побочные задания. Запад Великий. Вы здесь определенно не один. В новых местах внимательно осмотритесь по сторонам. Скорее всего, кому-то будет нужна ваша помощь. На карте путешествий есть второстепенные локации, где тоже можно найти приключения и заработать денег. Чем больше денег, тем больше качественных снаряжений. Но это понятно. В этом огромном поместье так и пахнет деньгами и властью. Здесь лучше быть осторожнее. Это дом мэра Уикса, и не деревенская канава. Чё тебе надо? Попросить проводить к мэру. Он кому попало автографов не раздает. Показать. А, да, документы. Вроде все как надо. Да ты даже читать не умеешь. Как будто ты умеешь. Тебе какие угодно каракули покажи, ты впустишь любую шваль. Хорошо, хоть что я что-то понимаю. Вижу, что это письмо от стоячей воды. Проваливай за три моря, Питер, злобная ты псина. Лайт мне тут. Если ты насчет скотины, давай за мной. Кабинет мэра вон там. По сторонам не пялься особо. Да, мэр у нас явно занимается непотребствами. F5? Да, F5, спасибо. По сторонам не пялься, это значит, что нужно быть очень внимательным. Честно, ребят, я вас тут всех перебью, если мне надо будет. Публикация табачного аукциона. Королевский табак Уикса представлен на аукционе в объеме стоимостью 275 свиных голов. Начало ровно в 9 утра на центральной площади Ситона 20 числа этого месяца. Пробники можно получить в магазине за 2 дня до аукциона королевства. Угу. Я думал, сейчас такое развернется и... Фигали. Так, ну ты пойди, ничего дурного не планируешь. Не, вообще ничего ни разу. Мы сейчас это твоего мэра только за ноздри заберем и все. Это он? И чтобы бла-бла-бла, иди нафиг. Новости археологии? Дженерозо Олив... Оливададо, король Запада. Обзор местных легенд, собранных для информации командный искатель сокровищ носильщик ЭКО. Представлены здесь истории могут показаться сказочными, но мы надеемся найти научные доказательства тому, что Оливададо Пуэбло это реальное место, хотя из-за прошедшего времени нам неизвестно, где именно находится эта знаменитая золотая шахта. Мы надеемся, что однажды нам удастся установить ее местонахождение при помощи тщательных исследований мессир носильщик. Ну, за это вроде не карают. F5. Мэр. Ну, давай. Ох. Еф, меня побери. Так ты и есть та охотница головами, о которой мне все говорят. Не хотел бы оказаться в числе тех бедолаг, на кого ты направляешь эти железки. Ты выглядишь мрачно, но решительно, так сказать. Чем могу помочь? Спросить о расшифрованном реле. Ах, да, перегонка скота, это правда. У меня есть дела с бандой стоячей воды. Разве у человека не может быть права на личные дела? Об исчезновении мужа. Муж, да? Может, у меня и впрямь есть какая-то информация. Но ведь я бизнесмен, верно? Даром я тебе и не выдам. Чувак, ну не вынуждай тебя убивать. Что нужно? К югу отсюда есть ферма с лучшей почвой во всей долине. Лучшее место для табака. Но хозяева отказываются ее продавать. Может, ты сможешь мне помочь, а? Если ты сможешь получить документы на владение фермой Буш Крик, я скажу тебе все, что знаю. Твоем муж договорились? А? Обдумать предложение. Самое смелое решение, не думаешь, учитывая, что жизнь твоего мужа в руках людоедов? Ага. Так, F5. Пригрозить.
Ой, тебе точно кажется, что угрожать мне это хорошая идея? Здесь кругом мои люди. Да-да, но разве время не ждет? Ну, насчет твоих людей... Сейчас ноль ночи. Блин, я даже не знаю, что делать. Я бы... Витрина. Оберег изоляции. Если тебе что-то нужно, бла-бла-бла. Уикс. Так, поговорить, наверное, больше не с кем. Руководство путешественника. Охота на зомби. Руководство кинжала и кости. Одного зомби убить несложно, но зомби редко ходят поодиночке. История показывает, что чаще всего зомби встречаются во время вспышек чумы. Они путешествуют группами и ищут живой плоти. Чтобы убить зомби, используйте огонь. Яды вам не помогут. Вы только расстройте запасы на тело, которым они не причинят вреда. Спасибо. Журнал для гурманов уже прочитано. Спасибо, что уже прочитано. Не знаю, что делать. О, привет. Не знаю, что делать, ребят. Как поступить в данной ситуации? Давайте тогда на этом серию закончим. Я подумаю, что да как, и уже решим в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.